Приобрел я переднюю подвеску Монорим, пришла с заводским браком. Вот в этом вот месте отсутствует в верхнем кронштейне отверстие под ось. Вот эта ось должна продеваться насквозь, соответственно, через вот эти подшипники и через верхний кронштейн. Вот с этой стороны отверстия нету, с противоположной стороны отверстия есть. Видно. Вот, отверстие есть. То есть завода не просверлили вот с этой стороны отверстия. Из-за этого сборка невозможна.